Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре новый букс. Называется Крипто Сатоши. Легкий заработок на просмотре сайтов. Сбор на экране. И, друзья, без минималки на вывод. Вот так-то. Замечательный букс. Значит, секунду. Регистрация наипростейшая. Кликаем зарегистрироваться, прописываем email два раза пароль, разгадываем капчу на вот эту красную вкладочку и попадаем в кабинет. Вход по email и паролю. Значит, секунду, ребятки. Значит, на балансе вот у меня есть монеты. Я их сразу сейчас выведу, чтобы вам показать, что здесь нет минималки на вывод. Вот такая вот проверка. Значит, здесь написано балет, адрес кошелька, но при выводе нужно указывать email адрес от Faucet Pay. И вывод здесь, значит, биткоин, лайткоин, трон, догикоин. Это на Faucet Pay. И также на Coinbase можно выводить биткоин, лайткоин и Shiba Inu. Значит, ну я тогда трон кликаю вот так. Трон, если вы хотите. Если вы хотите лайткоин, кликайте лайткоин. Если биткоин, кликаем биткоин. Dogecoin, значит, Dogecoin. Значит, я кликаю на Tron. У меня, так как я уже выводила отсюда, прописан уже автоматически сохранен email адрес. Кликаю вывод. Все, вот такого количества у меня Satosh Tron вывелись. Идем на Faucet Pay. И вот крипто сатоши. И вот они мои 3x. Возвращаемся. Значит, давайте теперь на домашней страничке. Все, баланс у меня по нулям. Сразу на домашней страничке находится реферальная ссылочка у нас. Можно вот здесь зарабатывать. И меню идет слева. Стекинг нам не надо. Вывод. Значит, есть кран. И что? Вот такое количество коинов нам дается как бы один сбор. Так, рекапча. Что-то капча. Разгадываем капчу и антиболт. Нажимаем вот на эту вкладочку. Все, вот мои коины. Далее следующий доход идет у нас. Автокран, он доступен. Кто работает на коротких ссылках? Я не люблю эти короткие ссылки. Значит, ПТС. Вот такое количество коинов. Их обычно больше. Я просматривала как бы и по 10 секунд. Ждем отсчет таймера. Разгадываем капчу. Возвращаемся. Нам зачет. Так, идем на домашнюю страничку. Такое количество, ребятки, хочу сразу вывести. Показать, что без минималки. Так, я трону опять. Так, значит, крестик, вывод. Они вывелись. Идем, перезагружаем. Вот опять криптосатс, сатоши этих, мои троны.
10 октября. Следующий у нас заработок идет. Кроме я показала, ПТС показала еще вот здесь. Можно собирать также здесь вот такое количество вот коинов. Также кликаем. Идет отсчет таймера, все то же самое. Собрали, вывели, собрали, вывели. Разгадываем капчу. Возвращаемся. Все зачет. Кликаю вывод сразу. Опять я буду троны. Давайте лайткоины, например, вот 195 лайткоинов, да? Все, вывелись мои лайткоины. Значит, опять я перезагружаю. Пожалуйста, крипто Сатоши, 195 лайткоинов. Выбираем любую криптовалюту, какую хотите выводить. Хотите в Dogecoin'ах. Вот, серф ПТС. Опять идет проверка вот такая. Давайте еще выведем. Баланс у меня по нулям. Опять разгадываем капчу. Возвращаемся. Зачет. Кликаю вывод. И что у нас теперь еще есть? Faucet Pay. Dogecoin, да? Кликаем вывести. Все. Вот такое количество Dogecoin. Ну, как бы я вам все показала. Где мне Faucet Pay? Перезагружаю страничку. И, пожалуйста, крипто Сатоши. Такое количество Dogecoin'ов. 10 число сегодня. Как я уже сказала, минималки здесь на вывод нет. Значит, оффервал. Что у нас здесь? Давайте что это посмотрим. Здесь нет ничего. Ну и ладно. Ну и все, друзья. Кому интересно, работайте. Ну, не интересно, пройдите мимо. Также есть Telegram. Поддержка, можно обратиться, если что. Если она, конечно, ответит. Ну и реферальная ссылочка здесь. Всех благодарю за просмотр. Желаю всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!